Здравствуйте, дорогие зрители. Вести утро Карачаево-Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево-Черкесии облачно, с прояснениями. В горах местами небольшие осадки, мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1. В горах минус 4, минус 9. Днем плюс 4, плюс 9. И местами минус 2, плюс 3 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем плюс 6, плюс 8 градусов. В КЧГУ прошло открытие года семьи. Организатором выступила 6-я школа имени Героя России Дугербея Узденова, а также университет. Для всех собравшихся был организован праздничный концерт с участием артистов отдела культуры Карачаевска с яркими выступлениями школьников и студентов. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Левшоков. Семья – это место, где человек учится любить и быть любимым, заботиться о других. Это торжественное мероприятие, посвященное году семьи, приняло эстафету у года педагога и наставника. Открывая торжество, начальник управления образования Карачаевского городского округа Эльвира Эдиева подчеркнула важность роли семьи в жизни человека и является основой каждого общества. Авторитет семьи, семейных традиций. Ведь воспитание и становление каждого человека начинается в семье. А крепкая семья – это основа всего нашего будущего. Семья играет важную роль в воспитании детей и их успешного обучения в школе. Ведь наши дети постоянно нуждаются в контроле и поддержке со стороны взрослых. В свою очередь поздравила с открытием года семьи всех собравшихся педагог с многолетним стажем, председатель первичной профсоюзной организации работников образования Карачаевска Люаза Доттаева. Именно в семье закладываются первые основы любви и созидания, которые дают возможность гармонично развиваться в нашем обществе, подчеркнула Люаза Убекировна. Я поздравляю вас всех и тех педагогов, тех учителей, тех матерей, которые имеют свои семьи, своих детей и думают о том будущем, которое будет у них. И о тех молодых людях, у которых нет еще семьи, нет детей. Но дай вам Бог, чтобы у вас состоялась семья, чтобы вы нашли человека, с которым вы по жизни пойдете и обзаведетесь этой семьей, которой будете гордиться. Красочно одетые школьники представили разнообразные песни и хореографические номера, посвященные семейным ценностям. Украсил праздник своим выступлением студенческий народный хореографический ансамбль КЧГУ «Шохлок Дружба». Директор 6-й средней школы Карачаевска Рамиля Байчорова отметила, что этот год внесет свою лепту в возрождение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей. Семья – это самое ценное и самое дорогое, что есть каждого из нас. Пускай в ваших домах никогда не погаснет домашний очаг, пусть в ваших семьях всегда звенит звонкий смех детей, а в домах ваших царят всегда любовь и взаимопонимание. Хочу выразить огромную благодарность нашим гостям за теплые слова, за то, что сегодня вместе с нами разделили наш праздник. Все участники праздника уверены в том, что такие мероприятия помогут подрастающему поколению осознать важность бережного отношения к друг другу и сохранять семейные ценности. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на абазинском языке. Затем также будут представлены программы абазинской редакции от 14:30 вместе с Дарьей Тындит. Смотрите «Вести». Удачного дня и до встречи!